700 лет назад, в 1314 году, в селе Варнице, близ города Ростова Великого, в семье боярина Кирилла и его жены Марии родился ребенок, названный при крещении в честь святого Варфоломея. С самого детства он любил молитву и богослужение. Однако чтение псалмов и Евангелия мальчику никак не давалось. Жизнь Варфоломея изменила встреча с монахом, который благословил его, сказав: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, разуметь грамоту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников». Построив лесу вместе с братом Кирию, а затем деревянную церковь, Варфоломей принимает монашеский постриг с именем Сергий. С этого момента и начинается история Троицы Сергиевой Лавры. В 1442 году основатель монастыря Сергий Радонежский был канонизирован, и над гробом святого заложен Троицкий собор. В Троицком соборе есть своя уникальность – Серапионова палата. Преподобный архимандрит Серапион в течение всей своей жизни собирал мощи святых, коих здесь находится более 50. Центральное место в экспозиции занимает нательный крестик Сергия Радонежского. Преподобный Сергий – один из самых почитаемых святых. Ежедневно к его мощам едут тысячи людей. Я бы хотела попросить Сергия Радонежского просто присутствовать в моей жизни, в жизни моей семьи, и попросить его научить любить. И по всей Святой Руси возносятся молитвы к преподобному. Рака с мощами Сергия Радонежского – это сердце Троицы Сергиевой Лавры, а сама Троица Сергиева Лавра является сердцем всей России. Игорь Курносов, Евгений Аншин, город Ликино-Дулево, телеканал АИС, специально для фестиваля «Братина».